Студенты специальности юриспруденция уже не первый год проходят практику в Верховном суде Республики Южная Осетия. Под четким руководством руководителя практики, заведующей кафедрой уголовного права ЮГУ, судьи Верховного суда Карины Цхавребовой, будущие служители Фемиды постигали азы практической работы. У студентов была возможность присутствовать на судебных заседаниях, прослеживать работу аппарата судей в подготовке дел к слушанию, рассмотрении и сдаче их в соответствующие отделы. В процессе работы у них была возможность ознакомления с делопроизводством в целом, ознакомиться с новшествами в профессии, которые смогут применить в своей практической деятельности в будущем. Практику проходят студенты третьего курса дневного отделения юридического факультета. Она ознакомительная практика, потом у нас бывает производственная практика, или, иначе говоря, преддипломная, которую проходят уже на пятом курсе студенты пятого курса. В чем суть ознакомительной практики? Студенты знакомятся с работой канцелярии районных и городских и Верховного суда. Значит, изначально начинают знакомиться с материалами уголовных, гражданских, административных дел в канцелярии, входящей и исходящей корреспонденции. Им показывают, как оформляются дела, как открываются карточки по каждому делу. Сами студенты это все видят. Они помогают работникам канцелярии, секретарям судебного заседания. Значит, конечно, они могут выполнять только техническую работу, выписывать повестки, делать описи в уголовных и гражданских делах. Они сидят на судебных заседаниях, при рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел. Буквально сегодня вот рассмотрено ходатайство осужденной об условно-досрочном освобождении. То есть студенты сидели и на этом судебном заседании. Я считаю, что это необходимо студентам, потому что юрист, одно дело теория, а другое дело практика. Непосредственно они должны сами посмотреть, какое дело производится в суде, как рассматривать уголовные дела в суде. То есть, когда ты реально это видишь, это лучше запоминается. Мы теорию таким образом подкрепляем практикой. В рамках практических занятий группа студентов поработала и в Цхинвальском городском суде. Важность и значимость практических занятий трудно переоценить. Это прежде всего знакомство и общение с профессионалами, приобретение бесценного юридического опыта и знаний, которые всегда применяются в дальнейшем в работе. Студенты, проявившие себя с положительной стороны, зачастую бывают после приглашены на работу. Что нового ты узнала за время практики? Ну, мне было очень интересно узнать, как же выносятся приговоры, как же проходит полностью заседание в суде. Мы это узнали, мы это увидели воочию, это очень интересно. Когда ты сидишь у себя в университете, это, конечно, интересно слушать, но еще лучше это все видеть, присутствовать в этот момент. И бывает очень интересно прения сторон, как защищают адвокаты своих людей. Это бывает очень интересно, особенно работа судей. Необходимо ли проходить практику студентам? Я думаю, что практику обязательно проходить, так как человек ознакомливается с судебной деятельностью на своем личном опыте, и это приносит большую пользу для студента. Мы хотим выразить слова благодарности нашим руководителям Цхавребовой Карине Акимовне, Маркиевой Ирине Амировне, председателю Верховного суда Кочеевой Олесе Ахсаровне, председателю городского суда Сибилову Иналу Таймуразовичу.